Ну что ж, добрый вечер, дамы и господа. Давно ничего не снимал. Нахрена ж мне вот эти вот все прибамбасы здесь? Сейчас объясню. Ходил сегодня в Lidl. И у нас вот такую штучку продают интересную. Сейчас позырим. Так. Специально не открывал. Я вначале думал, нафиг она мне нужна, но есть такая ситуация, что у меня тавтология, ситуация с, блин, даже батарейки в комплекте, ничего себе, с пакетиками разными, когда нужно что-то открыть. Что у нас там, какие языки есть общения? А, английский есть. Ну ладно. Короче, в принципе, я-то знаю. Этой машинки. Ситуация такая. Сейчас мы откроем. С этой стороны. Видите, такое лезвие. Она разрезаешь пакетик. А этой стороной запаиваешь. Здесь надо вставить батарейки. Фирма-то какая? Silver Crest. Ну это понятно, что привет из Китая. Ну ничего страшного. Китайцы на самом деле. Весь мир поставляет всякой фигней. Айфоны из чего сделаны? Вернее, где собраны. Да и сделаны. Так. Подробная инструкция. Минус влево. Минус влево. Закрывается. Так. Ну чё. Батарейки, значит, не пригодятся. Сейчас я тару приготовлю. Куда фисташки буду себе для пиваса сыпать. Так. И вот у меня все время, короче, такая ситуация, что вот эти вот открывания меня очень сильно вымораживают. Просто капздец. И постоянно что-то искать, вот чем раскрыть, я не хочу. Во-первых, слушайте, это реально удобно. Первый раз в жизни вот взял вот эту штуку. Открыл, конечно, коряво, но тем не менее. Ребята, реально удобно. Потому что я обычно, когда раскрываю такие штуки, они у меня просто... разлетается что-то. Так, ну что, цепанем сюда орешков, надо мне, значит, все это дело запаять. Lidl. Ну что, проверим, как это все будет выглядеть. Ну, давайте. Значит, будем читать инструкцию. Так, как же эта шляпа работает? Греческий я не знаю. Пасиалей махалай. Инглиш баттери. Пурпос, там всякая информация, короче, волшебная инструкция. Денджер бенджер. Пауэр суплай. Cleaning and maintenance. А картинки есть вообще какие-то? Bubble Smubble. Гарантия. Ассасай. Ясно. One copy of instruction. Never place device. Короче. Непонятный язык. Я шучу. Сейчас посмотрим, как она будет работать. Ну-ка.
Это жарят, не жарят. А, наверное, сильнее нажимать ему. Ну-ка. Я же как обезьяна с гранатой. У меня есть такая фигня. Ну давай, собака бешеная. Покажи, что ты умеешь. Ну-ка. Как же эта хуйня работает? 6 минут шляпа непонятной. Ладно. Я же русский человек. Мне же надо это... Вначале без инструкции. Короче, прочитать. Надо по ходу. Мне нравится, когда картинки нарисованы. Нажми туда, пиздуй сюда. От детей, короче, там прячься. How to use? Ёб твою. Слушайте, я вообще думаю, может, у меня батарейки эти хреновые? Может, я хреново батарейки запихал? Ну, знаете, как бывает, что это, типа, давно валяется. Made in China до 26-го года. Ладно, давайте, короче, отложим и все-таки открою батареечки другие. Это уже, похоже, больше не на обзор, а на прикол. Обезьяна с гранатой. Ну, блядь, конечно. Я батарейку неправильно одну поставил. Надо было вот так. А эту вот так. А я плюсы все туда поставил. Олень. Обезьяна с гранатой. Ну что, электрик главное. Я так просто был рад, что у меня такая штучка появилась, что мой разум закрылся. Ну-ка, давай посмотрим. Не все может, значит, и открывает. Ну-ка, давай здесь попробуем. Вроде нагревает, только это с этой фигней, короче, надо к ней привыкнуть. О, кривая рука, костяная нога. Так, сейчас я шаньки свои открою кое-что. Так, сейчас кривые ручки, о, сделают хорошую вещь. Собачка у меня уже сидит, уже чувствует, короче, что что-то там где-то чем-то и пахнет, да? То ли я дурак, то ли лыжи не едут. Шанина, это тебе. На твое 8-летие, шучу. Реально, я недавно 8 лет стукнуло. Вот, сейчас. Это мы, значит, убираем. Пробуем запаять. Раз, два, три, четыре.
Нет, что-то даже поедет, вон, смотрите. Да, поедет. Я думаю, надо будет придрочиться, короче, к этой игрушке. И она мне пригодится. Еще вставляем сюда. Нажимаем. Я думал, ей можно тянуть сразу, понимаете, знаете как? А тут вон она что, Михалыч, она запаивает. Действительно запаивает, чтобы не рассыпалась. Ну-ка, давай наши писташки попробуем запаять. Тут вот оно что, Михалыч, раз, два, три, четыре, пять. Ну-ка. О, даже эти, этот пластик запаивает, смотрите. Нормально, что. Ну, короче, использовать можно. Главное, прямые руки и кривые ноги. Для сельской местности потянет. Всем всего хорошего, это был Джедай. Йоу.